Завтра я большим удовольствием расскажу вам про нашу открытую облачную платформу «Кокаин». И, наконец-то, мы покажем не только, как она устанавливается, но и как мне под нее разрабатывать. Мы завтра на реальных примерах покажем, как создать приложение на C++, как создать приложение на Python и как делать сервисы. И я расскажу, из чего технологически состоит Strava и какие возможности поддержаны нами прямо сейчас. Завтра я расскажу про то, как мы используем свои инструменты, как мы используем Git, как мы используем GitHub, какие цели, задачи ставим перед собой и как мы обслуживаем свой код. Я думаю, что это будет интересно всем IT-специалистам, потому что использовать свое собственное облако было бы полезно многим. Например, если кто-то хочет сделать свой стартап, но не знает, как ему выжить под большой нагрузкой, когда его стартап вырастет, и мне кажется, что это хорошее очень решение и стоит послушать. А завтра я жду интересных историй, интересных ребят. 16 мая Яндекс анонсировал новый интерфейс и новые возможности для веб-мастеров. Мы находимся в начале проекта, экспериментируем, и поэтому открыты для предложений. Очень интересно, очень приятно общаться между докладами, когда ты вживую общаешься с людьми и начинаешь видеть, что твоя работа, она действительно нужна, и очень здорово. Пожалуйста, приходите задать вопросы, поделитесь фидбэком и посмотреть первый пример островов. Приходите, расскажите мне про гид. А я постараюсь рассказать тоже что-нибудь интересное. Слушайте, задавайте отличные вопросы, получайте умные ответы. Будет здорово, обещаю.